Вечером 7 июня в исправительной колонии номер 7 в городе Мелеузе группа осужденных отказалась выполнять требования администрации учреждения. Они не соблюдали режим дня, форму одежды, самовольно покидали локальные участки. С осужденными проводилась разъяснительная работа. От них принимались жалобы и заявления. Администрация учреждения и представители аппарата УФСИН России по Республике Башкортостан разъяснили неправомерность их действий. Целью акции являлось незаконное ослабление режима содержания. 14 июня в учреждении прошли обысковые мероприятия. Для обеспечения безопасности сотрудников на территории колонии введены дополнительные силы и средства. В ходе обыска в большом количестве изъяты запрещенные предметы, которые можно использовать в качестве оружия. Физическая сила и специальные средства не применялись. В настоящее время обстановка в ИКС нормализуется, осужденные соблюдают режимные требования и распорядок дня. Количество участников акции уточняется. Могу добавить, официально добавить, что информация, распространяемая в социальных сетях, сведения о якобы имевших место массовых беспорядках, голодовке, они не соответствуют действительности. Хотя действительно 12 июня 11-12 часть осужденных отказалась посещать столовые учреждения, но они принимали пищу в отрядных помещениях, просто они нарушали распорядок дня, только и всего.